В очередной раз Генассамблея ООН приняла однобокий проект резолюции, представленный Грузией, касающийся внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии, заявил абхазский дипломат Кан Таня. Такую публикацию он сделал на своей страничке в социальной сети Facebook. Очевидно, подчеркнул Таня, что резолюция оторвана от реальности, ведь она принимается ежегодно на протяжении 15 лет, однако ее положения остаются невыполненными. Более того, напомнил он, перед голосованием абхазским представителям не дают возможности озвучивать свое мнение, что делает весь процесс предвзятым и не имеющим ничего общего с желанием Грузии и всех, кто поддерживает резолюцию, решить ряд накопившихся вопросов. Цитата. Генеральная ассамблея ООН задумывалась как платформа для диалога и принятия консенсусных решений. При голосовании за резолюцию, относящуюся к Абхазии и Южной Осетии, важно выслушать мнение абхазов и осетин для устранения неточностей и обеспечения всестороннего понимания сложностей, связанных с рассматриваемым вопросом, заявил Таня. По его словам, необходимо учитывать следующие факты. Первый. Легитимность независимости Абхазии. Резолюция противоречит законному праву абхазского народа на самоопределение. Второе. Исторический контекст. Резолюция упускает из виду исторический контекст конфликта между Абхазией и Грузией. Война, развязанная грузинской стороной в 1992-93 годах, сопровождалась широкомасштабным насилием, терактами против мирных граждан и зверствами, совершенными против абхазского народа. Грузинские лидеры открыто заявляли о стремлении совершить геноцид, стереть с лица земли весь абхазский народ. Это важнейшие и многие другие факты все чаще замазываются или вовсе опускаются грузинскими представителями. Третьим фактором, который необходимо учесть, Таня считает безопасность и стабильность. Признание независимости Абхазии Российской Федерации сыграло решающую роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. В целом необходимо признать, что независимость Абхазии и Южной Осетии привела к миру, примирению и защите прав человека. Далее он отмечает, цитата, вместо того, чтобы навязывать односторонние меры, международное сообщество должно поощрять конструктивный диалог между всеми вовлеченными сторонами. Я твердо верю, что устойчивые решения могут быть достигнуты только путем конструктивных переговоров. По словам Тани, принятие резолюции серьезным образом подрывает усилия по поддержанию стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа и обесценивает усилия, прилагаемые дипломатами для подписания документа о неприменении силы в рамках женевских дискуссий. Каждый конфликт имеет ряд деликатных вопросов, и список может быть дополнен еще десятками пунктов, которые Генеральная Ассамблея ООН могла бы учитывать для равноправного диалога, где интересы и озабоченности всех сторон могут быть эффективно учтены. Только при таких справедливых условиях можно будет достичь конкретных результатов. В обратном случае это и любые другие проекты резолюции, касающихся Абхазии и обсуждаемые без учета мнения абхазской стороны, будут под видом добродетели скрывать пороки грузинских властей, заявил Таня. В этом году резолюция была принята 100 голосами за и 9 против и 59 воздержавшихся. Для сравнения, в 2020 году за проголосовали 80 стран, в 2021 году 95 стран. И такая тенденция еще раз демонстрирует, что действующая система международных отношений устарела, и ее реформа – дело недалекого будущего, заключил Таня. К другим новостям. Президентские и парламентские выборы в Турции, прошедшие в мае 2023 года, вызвали неподдельный интерес у значительной части мира, и на то были веские основания. От политического будущего Эрдогана во многом зависело еще и будущее союза Турции, Азербайджана и Пакистана. Невооруженным глазом было видно, как власти и население Азербайджана желали победы Эрдогану, благодаря которому Закавказская республика смогла одержать победу во Второй Карабахской войне 2020 года и вернуть часть утраченных территорий. Желания Азербайджана были обоснованными, так как считается, что вроде как кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдаргалу хотел исключить Азербайджан из своего проекта «Тюркский путь». Желание главного соперника Эрдогана обойти Азербайджан было одним из факторов, предопределивших его поражение. После обнародования «Тюркского пути» никто не вспоминал о том, как
Кылычдароглу поддерживал Азербайджан во время Второй Карабахской войны 2020 года. Преданность основной массы населения Турции союзу с Азербайджаном, а также призыв другого кандидата в президенты этнического азербайджанца Синана Огана голосовать во втором туре за Эрдогана предопределили поражение Кылычдароглу, чью победу так предвкушали в США и Европейском Союзе. Хотя последнее слово осталось за турецкими избирателями. Провластные СМИ Азербайджана старались информационно противостоять как Кылычдароглу, так и тем, кто мог вольно или невольно помешать победе Эрдогана. Так, азербайджанские СМИ раскритиковали журналистку Нагихан Алчи, вступившую в полемику с Синаном Оганом. Провластные СМИ Азербайджана припомнили Алчи все нахождение в 2009-2013 году в черном списке Азербайджана за посещение Карабаха. Она является единственной гражданкой Турции, попавшей в данный список. Попытки введения антиазербайджанской информационной кампании в турецких СМИ, работу на иностранное государство в ущерб интересам Турции и многое другое. Как известно, во втором туре Эрдоган победил, и теперь вроде как считается, что турецко-азербайджанскому союзу ничего и никто не угрожает. Последнее тоже имеет значение, так как бурное развитие турецко-азербайджанских отношений приходится именно на эпоху Эрдогана и Ильхама Алиева. Судите сами, Эрдоган стал премьер-министром Турции в марте 2003 года, а Алиев-младший находится на президентском посту с октября 2003 года. Словом, за долгие годы турецкие и азербайджанские лидеры привыкли к политическому сотрудничеству и характерам друг друга. А это значит, что будущее турецко-азербайджанского союза в ближайшие два года, в 2025 году в Азербайджане пройдут, напомним, президентские выборы, предсказуемо. В Пакистане тоже желали победы действующему президенту Турции. Так, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 22 мая поздравил Эрдогана с победой на парламентских и президентских выборах 14 мая, а также пожелал успехов во втором туре президентских выборов, который прошел 28 мая. А ведь никто не мог сказать тогда с точностью, кто победит во втором туре президентских выборов в Турции. Тем не менее, пакистанский премьер рискнул и оказался в выигрыше. Министр иностранных дел Пакистана тоже решил не бояться возможных итогов выборов в Турции. 24 мая вышло его интервью турецкому информагентству Анадолу. В этом интервью он осветил многие темы. Цитата. «Я думаю, что отношения между Турцией и Пакистаном – это не просто отношения между двумя государствами, это настоящие отношения между двумя народами, которые считают себя братьями. И мы стояли друг с другом во времена испытаний, когда Пакистан столкнулся с землетрясением в Кашмире. Именно Турция пришла нам на помощь раньше всех. Жители этого региона, Кашмир, где мы сегодня сидим и находимся, до сих пор помнят доброту и поддержку турецкого народа. И несмотря на то, что мы столкнулись с невероятными трудными экономическими временами, как только мы получили печальные новости о недавнем трагическом землетрясении в Турции, а затем в Пакистане, мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших турецких братьев и сестер. Я думаю, что со временем мы продемонстрировали, что у нас есть всестороннее партнерство между двумя странами», отметил пакистанский премьер-министр. Все эти факты свидетельствуют о том, что союз Турции, Азербайджана и Пакистана будет дальше развиваться. У трех стран имеется для этого внушительная база и сильная мотивация. Что касается победы Эрдогана на выборах в Турции, то она является дополнительным фактором, стимулирующим дальнейшее сближение Анкары, Баку и Исламабада.